придумайте пароль. Ну... Программа «Ваш лосяш» не рекомендует использовать простые пароли. Их может взломать злоумышленник. Да кому оно надо? А ведь Римма позвала меня в гости. Сидит теперь, ждет небось. Дорогие друзья! Хочу чебуреки в виде динозавров. Чебузаврики. Хэ. В последний день недели, воскресенье, люди отдыхают. Так Бог велел. А наше собрание может двигаться побыстрее, а? Мое время не резиновое. Если ты будешь со мной спорить, я тебя запишу. Что это? Понятно. Что? Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Здравствуйте, Пупсень и Вупсень. Ага! А где здесь пироги, которые нас пригласили есть? Фу! Какое бескультурье! А чё?